Награда за труд. Путевки во Всероссийский детский центр «Орленок» получили дети врачей Краснодарского края, которые лечили пациентов с коронавирусной инфекцией. Около 150 мальчишек и девчонок на берегу Черного моря отдыхают и узнают традиции центра. Подробности далее. Можно увидеть образ этой девушки. Где, как ни на берегу Черного моря, рассказывать ребятам о легендах Орленка? Знакомиться со Всероссийским детским центром и его традициями орлята будут на протяжении 3 недель. Сегодня же школьники узнают об исторических фактах и уникальных экспонатах не только на пляже центра, но и в музее. Все это было бы невозможно без родителей этих ребят. Они у них настоящие герои. Так, папа Святослава Олейникова – врач, который лечит пациентов с COVID-19. Бесплатная путевка для сына – знак благодарности. Теперь Святослав проведет время с пользой и найдет себе новых друзей. В Орленке, я успел познакомиться со всеми ребятами, погулять по территории, узнать несколько легенд о Орленке. Здесь мне запомнился ключ Орленка, символ. Отдых проходит с соблюдением норм безопасности. Дети врачей вместе с другими орлятами распределены в детских лагерях по требованиям Роспотребнадзора по регионам. При этом распорядок дня и традиции знаменитого Орленка сохранены. Вечером у нас обнимашки у всех и огонек. И мы рассказываем, как прошел день и что нам больше всего понравилось. И это очень интересно. Впереди у орлят еще много незабываемых дней. А бесплатные путевки для детей-медиков – настоящий подарок. Ведь многие мальчишки и девчонки впервые побывали в стране детства по имени Орленок. Настя Быч, Александр Ивановсков, Алексей Кузьмин, Александр Баранов. Телеканал «Орленок ТВ».